Встреча губернатора Сергея Морозова с народными избранниками состоялась 10 октября в стенах областного правительства. В своей приветственной речи глава региона особо отметил значимость прошедших выборов, а также напомнил присутствующим об ответственности, которую они несут перед населением. Мы с вами знаем, что накал предвыборной борьбы был очень высок. Конкурентная борьба была достаточно жесткой, это надо признать. Однако, несмотря на все вот эти чувства, которые были у каждого из вас, несмотря на такую вот высокую температуру избирательной кампании, надо честно сказать о том, что никто из вас не переходил рамки закона, не скатывался к войне компроматов, не скатывался к оскорблениям. Каждый провел свою кампанию очень достойно. Среди поднятых на встрече вопросов самым главным значилось дальнейшее развитие городских и сельских поселений. Каждый из депутатов поделился с губернатором тем, каким он видит развитие своего муниципалитета. Что представляет интерес населения? Мы, депутаты, имеем четкий план и конкретные задачи на весь период действия наших полномочий, на предыдущие 2 года. В этих целях мы будем проводить сходы, собрания, встречи, а не ограничиться только заявлениями граждан. По итогам были сформулированы 3 основных стратегических направления работы избранных депутатов. Формирование благоприятного социального климата, развитие инфраструктуры ЖКХ и транспорта, а также поддержка малого и среднего бизнеса. Создавать благоприятные условия для развития отрасли культуры, образования, физической культуры и спорта. Работать над условиями, которые смогут позволить обеспечить доступность жилья для большинства граждан. Не обойдем вопросы, касающиеся создания необходимых условий для развития туризма на территории нашего поселения. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.